Я очень хочу видеть тебя почаще. Ты мне очень нравишься. Вот ты. Вот они все, в принципе. Ну вот, давай вот с тобой поговорим, да? Вот они все, в принципе, мне не так важны. А вот ты... Вот ты для меня это... Да. Я не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько ты мне важен. Знаешь, вот до того момента, пока мы не встретились, я считала, что моя жизнь какая-то неполная. Когда мы с тобой познакомились, я поняла, что вот это то, чего я искала. И вот этот весь чатик, который летит. Ты же понимаешь, что это все пустое, а вот то, что между мной и тобой... На самом деле, изначально я хотела купить Пепу. В общем, у меня есть племянница, которой... Ну, почти 2 года вроде. Вот. И суть в том, что я ей хотела купить какую-то игрушку. Я пришла в магазин и говорю, дайте мне Пепу, потому что, ну, наверное, типа, в этом возрасте дети смотрят Пепу. Я, честно говоря, не знаю, я так давно с ними не общалась, со своей семьей. Вот, короче, а мне принесли Джорджа. Но я все равно зову его Пепой, чтобы мне не расстраиваться, потому что Пепа мне нравится больше. Зато на самом деле... Блин. Вы... Это какой-то... Это адская машина убийства. В общем, ребят, я предупреждаю, что сейчас нужно сделать минус уши, потому что он орет как резанный. Я предупредила. Смотри, я даже не знаю, как показать, типа... Вы просто посмотрите на это. Покажи заднюю уточку. Но они не задние, на самом деле. Они не задние, они вполне себе очень даже в авангарде. Короче, смотрите, у меня есть уточка-сыщик, у меня есть уточка-пожарник, у меня есть уточка-дайвер, у меня есть одиночество и отсутствие смысла жизни. Дотронься до ковра, прям, причем вот дотронься именно, типа, знаешь, типа... Подожди. Я дотронулась до ковра.